Я очень много времени трачу. У меня календарь прописан на очень много лет вперед. У меня вплоть до того, что я занес свою собственную смерть в календарь. У тебя появляется другое ощущение ценности времени. Более качественно проводить время, более качественно его инвестировать. И мне это очень нравится. Планирую очень подробно, на что я буду тратить свое время. Намного более подробно, чем я планирую даже деньги. Планирую свое состояние, которое я считаю из 4 блоков. И по всем этим блокам у меня есть оценки. Я постоянно это отслеживаю и планирую, куда я хочу прийти и какие действия меня туда приведут. И, может быть, это как бы странно, но для меня это очень важно, да, потому что для меня это работает.